Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас вторник, а это значит, что пришла очередная ротация в порталы Дерзаний. Это не обычная ротация, это предсезонная ротация. Поэтому, дорогие друзья, этот портал Дерзаний не торопитесь проходить в начале недели. Закройте его тогда, когда стартует 25-й сезон, а это в пятницу. И это у нас уже будет по счету 233-й портал, где мы будем играть за некроманта, который тысячного парагона. И нам с вами предстоит закрыть 53-й великий портал за 6 минут и 24 секунды. И что касается данного портала, то он средней сложности. То есть для кого-то он будет сложный, для кого-то простой. Играть мы будем с Этимора, при этом наносить урон с помощью двух умений. Это трупное копье, а также костяное копье. Трупными копьями мы будем дамажить тогда, когда на земле будут появляться трупы. Или же сам голем будет эти трупы дропать, благодаря нашим перчаткам. Или же мы эти трупы с помощью голема можем создавать, то есть активируя голема принудительно. А эти трупы поглощаться будут с помощью умения пожирания, которое прожимать не требуется. Это умение будет работать по принципу ауры. То есть трупные копья будут в противников лететь автоматически. Также у нас имеется в арсенале умение, которое будет бафаться как с помощью наших приметов, так же и с помощью нашего сета. Это костяное копье. То есть с помощью этого скилла мы тоже будем не слабенько наносить урон по противнику. В то же время у нас еще в арсенале есть умение симулякр. Ну а с помощью этих симулякров мы тоже будем дамажить с помощью умения костяное копье, так как в нашем арсенале есть еще и наручи, которые этих симулякров бафуют. То есть что мы делаем? Видим трупы, пробегаем возле этих трупов, в противников летят трупные копья. Кого эти трупные копья не уничтожили, то этих противников вы атакуете костяным копьем. Появляются трупы, вы опять-таки возле этих трупов пробегаете, а как следствие, да, в противников летят трупные копья. Вот и весь геймплей. Все просто, все несложно. Но что касается нашего голема, а также симулякров, прожимайте их при необходимости. Голема, если нужно создать трупы, ну а симулякров, если надо усилить свой урон. Потому что дамажить сильнее вы будете как с помощью вашего костяного копья, так же с помощью и костяных копий этих симулякров. Теперь что касается пилонов, то по маршруту моего следования я обнаружил два. На первом ярусе это пилон защиты, ну а на втором ярусе это пилон молнии. И в принципе этого всего более чем хватает, чтобы завершить данный портал Дерзаний успешно. Алгоритм действий здесь практически несложный. Ну и по сути все это вы видите перед своими глазами. Так что на старте сезонного похода, я думаю, проблем не должно быть. Я во всяком случае на это надеюсь. Еще раз напоминаю, что не торопитесь закрывать этот портал Дерзаний вот прямо сейчас. Завершите его прямо после начала 25-го сезона, чтобы получить награду, коробку со всеми ресурсами, которые помогут нам в итоге на старте сезонного похода. Или в крафте, или в перероле предметов. Как-то так. А на этом, дорогие друзья, у меня все. Я вас благодарю за внимание, за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи на старте сезонного похода.
Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!